Девочка смотрит на свою маму. Девочка хочет маму спросить. Она спросила глазами, как надо правильно жить. Как надо правильно жить. Мама смотрела на свою дочку. Мама хотела дочке сказать. Она кричала глазами самому близкому, не надо лгать. Самому близкому не надо лгать. Черная птица белой не станет, если не плачет вместе, то значит не друг. Думай душою, смотри глазами, и никого не стоит винить, и никого не стоит винить. Девочка смотрит на свою маму, мамина фото 45 лет. Она бы сказала не только глазами, но, к сожалению, мамочки нет, но, к сожалению, мамочки нет. Девочка смотрит на свою маму. Девочка хочет маму спросить. Она кричала глазами: мама, как надо нам правильно жить? Мама, как надо нам правильно жить?